Я Ванзяк Иван, мне 19 лет, представляю спортивно-патриотический клуб «Ярополк», являюсь мастером спорта по рукопашному бою, призером России по рукопашному бою, чемпионом всероссийских турниров по рукопашному бою и призером чемпионата Москвы по рукопашному бою. Хочу поздравить всех ветеранов с великой победой, сказать им спасибо за то, что мы спокойно живем, над нами чистое небо и радуемся жизни. А папа в зале? Смотрит на тебя? В данный момент, да. Говорят, что он принимает неотъемлемую часть в твоих тренировках. Это так? Это правда. А ты с отцом стоишь в спаррингах? Иногда тренер ставит нас в спарринги, но это более, так скажем, семейные спарринги. То есть дома я могу получить. Значит, если ты приходишь домой и сделал что-то нехорошее, папа моментально встает с тобой в спарринг? Нет, я бы не сказал, что он моментально стоит спарринг. Идет какая-то предыстория, а потом уже сам спарринг. А что это за предыстория? Это, наверное, работа над ошибками в устной форме. А кто всегда в семейных спаррингах у вас выигрывает? Чаще всего отец. То есть, значит, были моменты, когда ты выигрывал? Были, так скажем, исключительные моменты. А что это за исключительные моменты? Не знаю, наверное, хорошая форма моя. То есть ты реально с папой боролся? Когда мы боремся в полную силу. Ладно, в любом случае ты и отец, вы одно целое. Он сидит в зале и переживает за тебя. Помаши папе ручкой. Красногорск.